Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Да, друг мой, это HCAR, да еще и автоматический. И ты знаешь, я вначале тоже, да, подумал, что он будет нереально нагибать, малыш мой. Тихо. Но оказалось в итоге, как сказал один человек, хуета. Компания «Дидак Докта» представляет, когда даже кокос в шоке, или зачем ввели автоматический HCAR. Что, ебутешка, смотрю, ты мне тут замену нашел, негодник, да? Не, Кэп, да это ж просто кокос. Кот наш, кокос. Кэп, тебе невозможно найти замену. Даже животные на это не способны. А по печени тебе не пописать? А, да. Ладно, Кэпчик, я шучу. Нет, ты же настоящий друг, ты хороший парень. Вот, да. Вот, играем мы, друзья. Приветствую, кстати, вас, леди и джентльмены, другие подруги. Играем мы на новой окраине, прекрасной окраине. С не очень прекрасным автоматическим HCAR-ом. Я рассчитывал на большее, скажу честно. Сука. Ну убей, пожалуйста, хоть кого-нибудь, сука, убей. Давай, бля. Будем надеяться, что он скосит. Ага, он пока косит. Да, детка, я молодец. Да унита, опять ты свои стреляешь. Да пошел в жопу, ну блин, Кэп. Они просто подкладываются, не пойми как, сидят, блин, там, я среагировал, и все. Ну, HCAR-то, кстати, пока себя отлично показывает, ты че на него гнал? Ой, Кэп, гнал. Если бы это была хорошая пушка, я бы на мясорубке нарезку записал и сделал полноценный обзор. Пушка настолько, как бы, настолько не столько, что я... Да высунь ты головку! Да, во, 70 дали. Пушка настолько не столько, что я решил просто вот как бы вообще не париться пойти на РМ. Один раз нормально отыграть, сука, и все. Я играл, блин, наверное, с ней, не знаю, блин, полчаса. Кое-как один мозголом поставил. Ну, мясорубки 3-4 я сыграл. Поставил один мозголом и плюнул нафиг вообще. Какая в жопу нарезка, вы шутите? Я, сука, сутки буду с ней нарезку записывать нормально. Особенно учитывая... Ты такой гибон престарелый. Нахрена ты на медика полез? Какой нахер гибон, сука, я думал, это снайпер или штурмовик. Где, сука, справедливость в этой жизни? Ладно, пока можно обсудить карту. Карта офигенная. Ребят, карта вообще топ. Реально топ. Карту офигенно сделали, офигенно переделали. Все, как всегда, вот эти вот крысиные, вот эти прострелы, всякие пиксели, все это говно убрали и правильно сделали. Офигенно, сочно. На, персик, карта получилась. Вы знаете, вот... В чем не откажешь нашим разработчикам, они умеют делать карты. Они умеют, во-первых, красивые карты делать, а во-вторых, интуитивно понятные. Да, на картах бывают баги, косяки, но это уже, по большому счету, как бы, это особенности движка, мы об этом говорили, но карта топ. Вот наши разработчики реально... Защитите стратегические объекты. Разные разработчики, они, ну, в каких-то своих вещах там плюсы делают, да, как бы... Свои таланты. Вот наши разработчики, у них реально талант делать карты. Вот просто не откажешь.
Вот Blackwood Games, они реально умеют делать охрененные, интуитивно понятные, интересные, азартные карты для игры. Переправа не в счет. Да. Хотя вы знаете, переправа мне, например, нравится на самом деле. Не такая уж и плохая карта. На самом деле, вот, ну, понимаете, да, там блицы, это как бы, да, это... Но все, во всяком случае, они красивые, они интуитивно понятные. Просто сам режим не очень. Сука, я заговорился, блин, говно это не попадает вообще, это, блин, очка, говнокара этот. Взорвите один из объектов противника. Ты знаешь, мне эта карта тоже очень понравилась. Она реально красивая, по-моему. О, она мало того, что красивая, она лучше стала. Все говно повырезали ненужное крысиное отсюда. Сделали нормальные заходы, нормальные перетяги. Вообще красавцы, молодцы, разработчики, вот за что вас можно хвалить, так за карты. Реально. Если бы вы, как карты, все остальное в этой игре делали, да, блин, цены бы вам не было. Говно! Оружие говно делаете! Блин, что это за дерьмище-то вообще такое? Я смотрю, у тебя от этой пушки капитально пукан бомбито. Да, блин, насколько прекрасна эта карта, настолько же ужасен этот автоматический H-карт, понимаешь? Наши разработчики не могут все сделать хорошо, они должны все вот что-то хорошо сделать. А что-то говном. По 90 супер сделали. Вот так вот. Бомба взята. Бомба потеряна. Что-то хорошо сделали. Да хер вы лезете, сидите там спокойно, на жопе. Что-то они хорошо сделали, наши разработчики, что-то плохо. Вот в этой обнове все было прекрасно. До того момента, пока я не попробовал HK Raft. Все, P90, супер пушка. Если нерфить не будете, вообще красавцы, уважуха, респект. Карта вообще просто шедевральная карта. Карта мне очень нравится. Кто картой занимался, молодец. Кто занимался HK-ом, уволить. Да не, конечно, увольнять человека не надо, но он старался. Старался, да. Немножко модельку переделал и автоматический режим подкрутил. Не, на самом деле нет у меня претензий как к человеку. Я бы и так не сделал, честно. Ну, поэтому я и не разработчик игр. Вот. Ух ты, сука. Тихо. Вот. Но, блин, ну, затея так себе была, серьезно. Я не понимаю, зачем эта пушка вообще. Она против штурмовок говно, против снайпера говно. Headshot, baby, you can't own, одним словом. Вот. Парафин пошел. С почином, рачина. Благодарю, Нарина. В целом, оно, конечно, весело, душевно идет. Но, ребят, на серьезный РМ пойдете, вам этот HK авто в жопу засунут, серьезно. Пушка, знаете, вот, я не знаю, вот, хочется себя сказать, там, ну, пушка, типа, для ПВЕ норм, там, или пушка для еще, для ПВЕ она тоже говно. Урон 76. Как всегда, новая карта, новые нычки. Да. Ну, нычка, на самом деле, старая, она нифига не новая. Она не новая, она просто вот раньше не хотела здесь сидеть, а на новой карте хочется почему-то. Да. Почему-то вот обновленная. Ты неисправим. Да. Да насрать, Кэп, ты тоже неисправим. Давай не будем вообще эту тему затевать. Мы оба с тобой хороши. Вот. Я даже не знаю, кого он больше ненавидит, этот противник. Тебя или своего тиммейта медика. Да, я хрен его знает, кого ненавидит, но. Как бы, что я, что медик, мы просто свою функцию выполняем. Я стреляю, медик резает. Давай, медик, резай. Красава, медик. Хедшот, детка. 4 фрага уже на этом чуваке, ну блин, он успешен, реально, давай 5-й. Вообще нормально, ну. Да сука. Ладно, неплохо. Ну, анимации новые, видели как? Вообще душевно. Бомбу по... Кстати, старая анимация бомбы диффьюза была не хуже, серьезно, вот вообще не хуже. Вообще не хуже, мне она нравилась, я не знаю, в чем проблема. Бомбу можно было бы особо и не менять. То есть, я как-то не вижу никакой вот... Не могу сказать, что новая анимация бомбы лучше, чем старая. Не лучше. Не хуже, но и не лучше, как бы, ну, то есть. Давай, мертвец, красава, давай. Давай. Эх, сука. Да, бля, ну даже я лучше стреляю, сука. Все бойцы противника убиты. Ну все, это орден Сутулова, как минимум. Защитите стратегические объекты. Да. Раунд начался. Я на гима сегодня весело, классно, на окраине прекрасно, а HK говно. Но разрабом все равно. Да.
Давай, давай, резай. Сейчас, сука, проявлю скилл. Хедшот, малыш. Дабл килл, деточка. Обожаю Warface, сука. Ну, Рекутайден, судя по твоим эмоциям, как я понял, карта топ, а пушка говно. Правильно? Да, именно так. Карта вообще топ. Просто, вообще эта обнова меня радует. Я не знаю, вот... Блин, разработчики, всегда бы такие обновы были, блин. В этой игре онлайн был бы больше, чем в любом Counter-Strike. Это же топовая игра, по сути. Поправить все минусы. Довести до ума, до современного, так сказать, стандартов. Вот такими темпами надо двигаться. Молодцы, в целом молодцы. HCAR говно, да. Я как бы, вот я сразу говорю, HCAR говно. Я вот от этих слов не отказываюсь. Ну и как-то не знаю, ну блин. Сию. Тяжко, сука. Она не попадает, вообще ни хера не происходит, блин. Сука. 90, во, так и есть. Давай, выходи, блин. Все бойцы противника убиты. Не знаю, не нравится. Немцы вас немного отпарафинили, конечно, дорогой ученик, но в целом вашей игрой весьма доволен я. Спасибо, учитель. В общем, HCAR, ребят, ну блин, вообще не стоит. Не, да какие нахрен вы что шутите, что ли, блин, карточки? Его, блин, его даже в легендарную ветку стыдно эту пушку поставить. Любой VHS-2 просто сбреет человека с HCAR авто просто на раз. Я не знаю, зачем она вообще. А для ПВЕ так, у нее на дистанции урон падает, и изначально урон 76. Она, сука, даже многих ботов толстых ваншотить не будет. Для кого? А для чего? Ради чего? Зачем? Почему? Я не могу понять. В общем, ну, в конце концов, не только в Краснодарском крае, в Москве тоже неплохие косяки имеются, я слышал. Да не, не слышал. Я знаю, но я сам никогда. Пацаны, я в жизни не. Вот. Разработчики, ну как-то какой-то вот тест-драйв должен быть там. Киберкотлетам дайте, не знаю там. Ютуберам дайте на закрытый тест какой-нибудь пригласите. Еще до ПТСа. Ну тут вообще разума нету в этой пушке, серьезно. Карта топ. Пушка говно. Я закончил. Да. Так или иначе, если данное видео вам понравилось, дорогие разработчики, я знаю, половине тех, кто карту делал, понравилось, кто делал HCAR, тебе точно, брат, не понравилось. Ну ничего, я надеюсь, это не тот бородатый парень, который пушку с яйцами делал. Он такой харизматичный, он мне понравился. Вот. Он ACRCQB, кстати, сделал. Кастом. Его не трогать. Он как бы, если это косяк, ну там было нормально. Так или иначе, ставьте лайки. По желанию, как хотите. Яйки чешите, но это обязательно. Яйцо почесал. И, сука, просто у HCAR авто тоже яйца появились. Магазин вместительный. Лупит в точку. До ума довели. Попадает, сука, когда стреляешь. И жизнь вообще прекрасна. Лучше АК-12, Брена и Ховы. И бесплатно за карточки. Ну, почти бесплатно. Ну, вы поняли. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. И мы... Увидимся с вами.